Электроэнергия является существенной частью каждого жителя планеты. Неизвестно, экономят ли жители Бишкека электроэнергию или особо не заморачиваются. По этому поводу бишкекское предприятие электрических сетей провел блиц-опрос среди жителей города Бишкек. Наверное, на предприятиях как-то этим больше заниматься, потому что обычный человек ничего не экономит. Обычный человек живет свою жизнь и особо ее не тратит. Ездите на бензиновых машинах, чтобы ее не тратить. В обычной жизни мы не используем каких-то супер хитростей, чтобы экономить электроэнергию. А в первую очередь мы стараемся использовать свет, ну, не в больших количествах. К примеру, мы учим детей, что если ты оставляешь эту комнату, идешь в другую, обязательно выключай свет. Не оставляй его включенным. И использование энергосберегающих лампочек. Ну, как минимум. Электроэнергию можно сэкономить с помощью ветряных мельниц. Солнечных батарей. Чтобы на улицах города свет на дорогах горел в определенное время необходимое. То у нас и днем горит, а ночью не горит. Я приложением не пользуюсь, у меня нету его. Я, если честно, про него даже не знал. Семье говорю, всем друзьям говорю, чтобы более-менее экономили энергию. Потому что сейчас такие проблемы, я смотрю по новостям, то что и воды нету, и того нету. Как бы стараюсь, да, чтобы поменьше платить. Во-первых, я сама себя приучаю о том, что когда я перехожу в другую комнату, я стараюсь выключать свет. И также не ставить телефон на зарядку на всю ночь. Да, конечно, мы стараемся экономить электроэнергию, ведь это наши общие семейные расходы, а также ресурсы нашего государства. Я думаю, что это ответственность каждого гражданина, если он хочет, чтобы его дети, близкие, друзья, все росли в здоровой стране. То есть мы должны уже начинать это сегодня. Для экономии электроэнергии достаточно принять простые и доступные меры, а также соблюдать некоторые правила. Экономия электроэнергии – забота о завтрашнем дне нашей планеты.